Простите. Я вообще думал, что у меня все хорошо с французом. Ну, хотя бы вполне приличный француз. Но несколько месяцев назад я был с девушкой недалеко от центра Помпидуса. Продал им пару вещей, которые мы получили в прошлом году. Шары висячие. Ну, короче, херню какую-то, правильно. В общем, проходим мы мимо этого гигантского мешка со льдом. Кстати, что? И видим торговца плечи. Подвал в той стороне. Пошли. Ну, твое местечко. Конечно, изводская европейская техно. Извините. Это здесь. Так, поехали. Черт, заперто. Только что открыто было. Ну что, вскрываем замок? Нет, он электронный. Ну, ищем другой путь. Видел? Карточка в левом заднем кармане. Ага. Сейчас. Стоп. Ты в этом уверен? Все-таки полно народу. Уж справлюсь по старой памяти. Ладно. Сомневался. Люблю смотреть, как работает профи. Так. Ладно, была не была. Это нам понадобится. Хорошо. Удачи. Будем на связи. Руки вверх. Привет, Виктор. Привет, Надин. Приятная встреча. Только теперь я застала тебя врасплох. Ну, повезло мне, что пушки у тебя нет. Тебя без формы прямо не узнать. Ну, сам понимаешь, иногда нужно соответствовать дресс-коду мероприятия. Неплохо выглядишь, кстати. Спасибо, ты тоже. Чувствую себя не на месте. Как же приятно, наконец, поговорить с кем-то по-английски. Хотя ты же американец. Ну, тут все претензии к моим родителям. Я шла в бар. Тебе взять что-нибудь? Да, виски со льдом. Хорошо. Наид, ты это слышал? Слышал. Некая дама пытается тебя угостить. Да, причем не кто-нибудь, а Надин Росс. Надин Росс? Не та, у которой армия наемников. Морской патруль. Боевой патруль. А, ну да. У вас была стычка? Мягко говоря, да. Но, к счастью, зла она на меня не держит. Все, я готов. Хорошо. Салли, мы готовы. Ты там осторожнее, ладно? Попробую. Готов? Да. Пошли. Нужно выяснить, где тусуются официанты. Давай выманим одного из кухни.
Ну, пошли искать кухню. О, да тут еды на целую деревню хватит. Черт! Официантов видишь? Нет, только наемников. А это еще что? В схеме тут решетки нет. Заперто, конечно. Ладно, план Б. Заперто, я же говорил. Доверяй, но проверяй. И? Заперто. Ага. Тут вентиляция. Нейт, подойди-ка. Вот так. Да будет свет. Беда тут с электричеством. А фонарь ты, конечно, подойдет. А хорошая мысль всегда брать с собой курильщика. Если бегать не надо. Ух ты, я тут скоро окосею от винных паров. К счастью, за рулем Салли. Может, вход в вентиляцию за бочками? Тут много редкого вина. Может, с Алькасаром вином рассчитаемся? Боюсь, он вежливо откажется. А это ничего, что Виктор болтает с Надин Росс. У ее любви жуткая репутация. Салли, не беспокойся. Он из любой ситуации выкрутится. Черт! Тупик. Сюда. Смотри, вентиляция. Ну да, это я сам. Помощь? Какая помощь? Я держу зажигалку. Ну, здорово. Давай наверх. Ага, есть. Тут уже, чем я думал. И много пыли. Тихо. Черт. Там официанты. И у лысого, похоже, мой размер.
Ничего, официантов тут много. Dove diavolo si procurano tutta questa roba? Sono pezzi rubati ai ricettatori. Sì. Вот и свежий воздух. Посмотри, видишь здание с радиовышкой? Сотовой вышкой. Чего? Да неважно. Рубильник там. Да, ты прав. Как бы туда пробраться? Сэм, сюда! Я подсажу. Хорошо. Так. А ты в хорошей форме. Вот. Салли, мы прошли винный погреб, идем к рубильнику. Как там дела? Салли, слышишь? Может, сигнал слабый. Надеюсь, у него все в порядке. Бинго, нашел кухню. Ну, конечно. Тут заперто. Смотри-ка, лестница. Можно влезть в окно и спуститься в кухню. Хорошая мысль. Я тебя подсажу, а ты залезай. Ну как? Тихо, тихо. Buonasera. Ma che sta facendo? Полегче с гражданскими. Что? Ну, проснется с больной башкой в одних трусах. С кем из нас не бывало. Ну да. Ну, теперь и ты. Добудь костюмчик. Ладно. Ладно, иду к генератору. Сэм, ну как? Хорошо, но штаны немного тесноваты. Ничего, так нынче носят. Ну, время поступай как римлянин. А, потому что мы в Италии. Смешно. Я возвращаюсь обратно в зале. Сэм, слышишь? Сэм? Салли? Супер. Если слышите, я иду к генератору. Буду скоро. Вроде.
О, черт! И вам это сошло с рук? О, нет, не сошло. Все участники сели на губу на целый месяц. А что с лошадью? К счастью, на борту был запас морковки. Кто-то знакомый? Нет, просто показалось. А когда ты познакомишь меня с партнером? Как его? Дрейк? Ну, он бывший партнер. Я уже давно работаю в одиночку. Дрейк отошел. О, то есть в мир иной? Да нет, просто отдел. Вроде как остепенился, семью завел. Ну, то есть все равно, что умер, правда? Виктор Салливан, как дела? Рэйф? Давно мы не виделись. Лет 10-12? 15. С ума сойти. Столько лет прошло, а мы все там же гоняемся за барахлишком всяких мертвецов. Да ладно. У тебя же вроде отцовская компания. Уже моя компания. То работа, а это хобби. Неплохая у тебя работа. Ты наверняка можешь купить все, что тут сегодня выставлено. Конечно. Но какой в этом интерес? Меня интересует только нечто... редкое, уникальное. Может, ты посоветуешь мне, что выбрать? Чтобы он увел у меня все из-под носа. Но если между нами, я заметил, что порядок лотов сменили. В общем, чую я, что кто-то что-то мутит. Не забывайте, где мы. Здесь все живут мутными делишками. Вот именно поэтому... так нужен кто-то, кто тебя прикроет. Ну, не хочется тебя расстраивать, но ты работаешь на американца. Вместе. Мы работаем с ним вместе. Вот как? Ну что ж, вы друг друга стоите. Через минуту мы начнем торги по следующему лоту. Инкрустированное распятие из поместья Трот. В общем, не буду вам мешать. Приятного вечера, ребята. А ну, стой, Салли. Как ты об этом узнал? Это? Может, объяснишь, о чем ты? Надин, боюсь, последний коктейль был для него лишним. А ну-ка, повежливей, старик! Уж не знаю, как ты сюда пролез, но если ты только попытаешься купить крест Эвери, то этот зал ты покинешь вперед Рейф! Ногами. Ну, ты ведь меня понял. Рад был вас видеть. Нейт. Нейт. Да что в тебя, куда ты пропал? Так, рубильник. Я справлюсь. Лучше б я вызвался в официанты.
finito? Sì. Non ci pagano abbastanza. Se dobbiamo fare anche gli elettricisti. Rossi, vuoi dire di no? Ecco fatto. Oh, speriamo di non dover cambiare altri fusibili del cazzo stasera. Direi che per stasera può bastare. Ma che diavolo? Pronto? Где этот чертов убит? А, вот зараза. Сэм, Салли, слышите? Да это где тебя черти носят? Я дошел. Не без проблем, но дошел. Короче, вырубить свет сейчас самое время. Минуту, еще бы добраться до рубильника. Нет у нас минуты. Рейв сейчас купит ваш крест. Что? Рейв? Рейв здесь? Да, Рейв здесь. И пока предлагает самую высокую ставку. Ну, так перебей. Да? Чем? У меня нет таких денег. Салли, мы его крадем. Забыл? Давай. А вдруг он почует блеф? Спасибо. Не почует. 90 тысяч. Будут другие ставки? Если мы сейчас упустим крест, я считай покойник. Да? А если я выиграю лот, мы все покойники. Салли, мне просто нужно время. Поскольку ставок больше нет. Верь мне. 90 раз. 92. А черт с ним. Бене, новая ставка 100 тысяч евро. Грации. Господа, будут еще ставки? Итак, новая ставка 110 тысяч евро. Ну, терять-то уже нечего. Новая ставка... Спокойно. Скоро все закончится. Да уж, надеюсь. Так, нужно разбить замок. Цена достигла 130 тысяч. Ставка 140 тысяч евро. Черт! Цена возрастает до 160 тысяч евро. Все, я у рубильника. Готовы? Я-то всегда готов. Виктор? Одну секунду. Ставка сеньора 190 тысяч евро. 500 тысяч евро. Пора уже с этим завязывать. Грации. Новая ставка 500 тысяч евро. Джентльмен, желает продолжить? А я уж думал, придется тебя убить. Даже занервничал. Ну ладно, теперь устроим этому хлыщу. Еще ставки? 500 тысяч раз. 500 тысяч два. И распятие продано за 500 тысяч. Дамы и господа, сохраняйте спокойствие. Сейчас включится резервный генератор. Украли! Пропустите, с дороги! Держи его! Эй, остановите его! Что вы делаете? Он же уйдет! Вы говорите по... Спарище. Ладно. Сэм, крест у тебя? Святой Дисмос тут. Хочешь поболтать? Мы разбудили осиное гнездо. Зал заперт, охранники бегают. Виктор, где наша тачка? На дороге перед входом. Иди на свет фар. Я подгоню машину.